Хочу еще раз подтвердить, мы осуждаем терроризм в любых его проявлениях без всякого исключения. Но и бороться с терроризмом необходимо методами, которые не принимают форму коллективного наказания и не вступают в противоречие, а если говорить прямо, не нарушают самым грубым образом нормы международного гуманитарного права. Желаем им продолжать объективно освещать